Всем привет! Это видео по онлайн-игре SmartZavod с выводом реальных денег, где мне при регистрации дали в подарок один телефон. Вот, и я немного забыла. Вот тут, потому что присутствие здесь мое не надо. Здесь вот на склад капают вот монетки у меня вот эти. Я их когда соберу, когда забуду собрать. Вот у меня сейчас вот этот Nokia нам дают в подарок один телефон вроде бы. А вот этот я вроде купила. Не вроде, а точно купила. Значит, нажимаю собрать. Я успешно все собрала. Далее иду на рынок. Продавать. Значит, на балансе у меня 196 монет. На вывод это рубль 96, если я не ошибаюсь. И вот здесь у меня надо продать вот эти телефончики и вот эти. Здесь 50 на 50. 50% идет на покупки баланс, 50% на вывод. Нажимаю продать. Так, я продала. Стало у меня на балансе 4,81. Секундочку. Далее, что здесь? Так, бонусы есть у нас здесь или это в другой игре? Ага, ежедневный бонус. Ага, вы уже получали за 24 часа. Далее, ну что, я хочу вывести вот эту сумму. Сейчас, так. И проверим. Так, профиль завода, рынок. Где у нас здесь? Заказать выплату нажимаю. Далее, что? Да, 4,81. Все правильно. Так. По умолчанию все вроде так стоит. Нажимаю заказать выплату. Так, выплачено. Средства отправлены на ваш кошелек. Все супер. Так, а придет мне на почту или мне открывать кошелек? Вот это вот неизвестно. Ладно, пойду на кошелек тогда. Значит, что, смотрите, денежка, конечно, пришла. Дата операции 15 марта. Так, комментарий. Выплата пользователю мой логин с проекта SmartZavod. Денежка пришла. Все супер, проект платит. Игра. Ну, я и не сомневалась. Они в большинстве случаев платят. Есть некоторые, конечно, и левые игры, но этот радует. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Подписываемся на канал. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Пока-пока.